группы «Люян» с нетерпением шака экскурсии по столице и наведывание культурных и историчных местин. В основном ходили, гуляли, смотрели, поняли, что Минск очень красивый, чистый, очень доброжелательный город. У нас организован маршрут, что мы никуда не спешили, могли полностью насладиться не только достопримечательностями, но даже погулять по паркам. Гуляли, наслаждались видами. Действительно сделали вывод, что Минск – город, который стоит посетить, потому что, в отличие от Китая, здесь жизнь идет очень плавно, очень размеренно, никуда не нужно спешить, можно просто наслаждаться жизнью. Практически 90% туристов из города Пекина, как показывает практика, люди старшего возраста в Китае, 60 лет, 70, они, как правило, побывали в очень многих странах, городах Европы, уже по нескольку раз бывали в России, поскольку сейчас отношения Китая с Белоруссией непосредственно наиболее такие теплые, близкие, все слышат о Беларуси, она на слуху, она остается такой мистической страной, то есть вроде отношения хорошие, а где это, что за страна, вроде похоже на Россию, посмотреть, что же это все-таки за страна.